И всем приветики, мои секретики, и вы сейчас на моем канале Секретока. И сегодня у нас будет видео на тему, как я буду искать себе работу. А точнее, примут меня вообще на эту работу или нет, так как вы знаете, что я уже нашла ее. И кто еще не смотрел, то две части уже есть на канале, так что кто не видел, то обязательно посмотрите. Ну а сегодня у нас выходит третья часть, и мы уже окончательно узнаем, примут меня или же нет. Так что давайте же не будем затягивать и уже поскорее начнем. Всем приятного просмотра. Сейчас как по одна отправляю двоек всем. Диалоги т-т-т, до утра зажили пыли, от нее секретов нет. Избавляемся от пыли, двойку распечатаю и поставлю вам журнал. Вот и все, мой дорогой. Институт сказал пока. Так мне надо было вообще не в этот институт идти ректором работать, а песни сочинять. Диалоги т-т-т, до утра зажили были, от нее секретов нет, избавляемся от пыли. Здравствуйте. Здравствуйте, Лен. Вы как здесь? Проходите, садитесь. Ага, спасибо. Да, у меня тут небольшой к вам вопрос, или точнее, как это сказать-то? Говори как есть. Тебе чаю налить? Нет, спасибо. Я уже попила кофе в нашем кафе. Ладно. Я тогда себе налью. Ну смотри ты, если хочешь, то говори, я налью, у меня его полно, девать уже некуда. Сколько всех этих студентов дарит, чтобы пятерку поставить? Да там, боже мой, с ума сойти можно. Ладно, говори свою проблему. Ну, у меня дело в том, что я бы хотела очень сильно устроиться на работу в наше вот кафе от университета, ну или, ой, от института, простите. Кафе? Да. В котором работает миссис Клауд. В котором работает миссис... Поняла. Кафе — это прекрасно, Силия. Ты хочешь там подработать? Да, очень сильно хочу. Пожалуйста, возьмите меня. Я с руками и с ногами, все нормально. Ну ладно. Только вот стажа у тебя нет. А у нее есть. Что, если ты нам все загубишь? Точно не загублю. Обещаю вам. Я буду обслуживать всех клиентов, всех-всех-всех студентов. Всех, кто будет подходить. Я буду стараться все делать на высшем уровне, как миссис Клауд, пожалуйста. Если надо, я могу пройти онлайн-уроки. У нас нет онлайн-уроков по кафе. У нас работает только одна миссис Клауд. Но если ты хочешь ей помочь, то я не против. Просто в прошлом году помогали и не очень хорошо справились с работой. Они сломали огромную кофемашину, которая стоила больше 500 000 токенов. Поэтому извините, но такое мы еще раз допустить не сможем. Нет, я вам обещаю, я буду осторожней и бережно относиться к своему делу, к своей работе. И стараться выполнять все свои обязанности. Ой, ну что ж, Силия, если ты и вправду так и хочешь, то ладно. В смысле? Как это? Бумага закончилась, ё-моё. Ну что мне делать? Выкину эту двойку. А так что, можно? Да-да, конечно, можно. Тебе, наверное, по расписанию что-то говорится надо будет, да, и по звонкам. Угу. Я тебе, если что, скину все в... Куда? В Телеграм. Хорошо. Ты только обязательно посмотри. И там мы уже договоримся. Просто сейчас у меня дела, так что до свидания, Силия. Спасибо, что заглянула, была рада тебя видеть. Как тебе дистанционное обучение? Если что, не переживай, мы уже в этом году не выйдем, только в следующем учебном году. Правда? Да, потому что нам еще много здесь чего нужно переделать. Так что до встречи. Угу, хорошо. До свидания. До свидания. Учись хорошо на дистанте, не списывай. Обязательно. Так, ну тогда сейчас вы должны будете сходить к нашей швее, которая здесь находится рядом. Я думаю, ты ее знаешь, Силия. Так, швея. Ателье, да? Угу. Там ты сможешь, чтобы на тебя сшили эту форму, либо там уже есть какой-то подготовленный вариант. В общем, посмотришь сама. Ну, хорошо, посмотрю. Спасибо вам огромное еще раз, я очень-очень рада. Угу. И я тебе все напишу, давай, до встречи. До свидания. До свидания. Ужасная работа. Не стыдно ли? Ой, привет. Привет. Ты чего здесь делаешь? Я, кстати, видела твоего дружка, он сейчас с Мэри гуляет. Да я уже знаю, он от меня отказался, чтобы с Мэри лишь погулять. Уже совсем на нее запал. Да? Ну, Мэри-то тоже запала. Серьезно? А я-то думаю. Что думал? На тебя? Ну, не знаю.
Вряд ли. Ну, спасибо большое. Ты к ректору? Ну, да, нужно пару вопросов задать. И получить ответ. Ясно. Ну, ладно, удачи тебе. Пока. Пока. О, боже. Мой самый любимый преподаватель. Нужно быстрее сваливать отсюда. Миссис Клауд. Да, что, Силия? Тебе что-то сказали? Да, меня приняли на работу. Поздравляю тебя, Силия. Очень рада за тебя и, конечно, рада, что у меня появится помощница. Да, теперь у вас будет еще один выходной, потому что я уже пойду завтра на работу. Вот. Это очень круто, Силия, поздравляю тебя. Надеюсь, что ты прекрасно с ней справишься и все будет хорошо. Да, я тоже надеюсь, что ничего здесь не сломаю, и все будет нормально. Вот только вы можете какую-нибудь обучалочку видео скинуть или еще что-нибудь, потому что, честно, я ни разу не работала в кафе и даже не представляю, каково это. Ну хорошо, я тебе скину. Что тебе сказали? Мне сказали, что надо сейчас сходить в ателье за формой, чтобы завтра уже быть как вы. Чудесно. Тогда до встречи. И удачи тебе, чтобы форма подошла и завтра уже смогла прийти. Угу. А у вас какой размер? У меня 46-й. 46-й? А у меня 42-й. Ну ничего страшного, я думаю, ты найдешь себе подходящий вариант, либо же его сошьют быстренько. Так что не переживай. Хорошо, спасибо вам огромное, миссис Клауд. И тебе спасибо, Силия, что наконец-то нашлась у меня помощница. Не то я уже устала работать на самом деле без выходных. Понимаю вас, это, наверное, очень трудно. Довольно-таки трудно. Ну, тогда и вам удачи. До свидания. До свидания, Силия. Хорошего дня. Так, ну все, теперь мы направляемся в ателье. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Добро пожаловать к нам. Ага. Тут случайно это... Где находится ателье? У вас же. Просто обычно на входе было и все по-другому, когда я была последний раз. Ну, все уже изменилось. Мы тоже сюда заехали. Наш магазин. Вот, можете посмотреть наши экземпляры. Нашу одежду, которую у нас шьют. Понятно, но у вас как бы считается брендовым, то есть ваше, да? Ну, что-то типа того, да. Ага, хорошо, спасибо. А ателье-то где находится? Вон там. Спасибо большое. Пожалуйста. Когда-нибудь к нам уже пройдут? Ну, тоже неплохие тут наряды всякие, прикидики. Извините за выражение, но может быть для бабушек или для каких-то подростков и подойдет. Ну, по крайней мере, цены здесь приемлемые. Ну и одежда неплохая. Ой, а это как здесь? Странно. Ладно, пойду зайду. Ну, неплохо на вас сидится. Здравствуйте. Простите. Девушка, вы нам мешаете. Выйдите, пожалуйста. Кто вам вообще разрешал заходить? Извините. Какое безобразие. Как это так вообще? Ну, не знаю, кто его вообще сюда впустил. Так, ну что, вам нравится? Ну что, все вам подходит? Ну, не знаю. Идите в зеркало, посмотритесь, пожалуйста. Безобразие. Да придется еще вечность ждать здесь. Ну что, как вам? Все нравится, спасибо. Ну тогда чудесно. Вы покупаете? Спасибо большое, до свидания. До свидания. Не забудьте, пожалуйста, взять пакет маечку, чтобы не заморать. Раз он вышел, наверное, можно входить. Здравствуйте. Добрый день. Постучаться не учили? Извините. У меня к вам лишь один вопрос. Какой? У вас случайно здесь не шьют одежду для работы в кафе в университетском? Так, дайте я припомню. Вроде как да, шьют, а что? Ну, у вас не осталось еще подобных экземпляров? Где-то они у нас залежались, вот в этой свалке. Посмотрите, пожалуйста, просто мне бы очень сильно... понадобился этот фартук или что-нибудь наподобие этого. Ладно, минуту, подождите здесь. Тут еще и куртка какая-то. Так, платье для повара. Платье не подойдет. А, не вот это ли случайно ли? Да-да-да, прям вот это же. Какой вам размер надо? У нас на складе подобных есть 3 штуки оставалось. Мы их собирались уже выкидывать. Вовремя вы к нам зашли. А это какой размер? 46-й. Посмотрите, пожалуйста, 42-й. Сейчас. Угу. 42-й есть, вот. Можете примерить. Спасибо. Прямо здесь примерять? Да, можете здесь. Ну вот. Посмотрите, сидите в зеркало.
В принципе, неплохо, по-моему, на вас сидит. Угу. Ну да, неплохо. Вроде бы шов хороший. Все нормально. Мне все нравится. Можно, пожалуйста, у вас его приобрести? Да, конечно, можно. Можете переодеваться и идти на кассу с этим фартуком. Я вам здесь его не смогу, увы, рассчитать. Хорошо. Я его забираю с собой? Да, забирайте. До свидания. До свидания. Ой, боже. Еще немножко поработаю наедине. Ну все, ой. По-моему, она не собиралась уходить. Меня, походу, так хотели избавиться, что просто выгнали. Странная девушка. Чем я всем не нравлюсь? А, извините, можно ли у вас вот этот фартук купить? Ну, можно. Пакетик надо? Угу. Держите. Спасибо. Так, ну все, спасибо за покупку, до свидания. До свидания. Ну вот и все, ребята, мы с вами наконец-то получили наш фартук, нашу одежду. Теперь осталось прийти домой, все это погладить, чтобы было все чисто. Ну и стирать я, наверное, не буду, потом постираю. А на этом сегодня все, с вами была я, Силия. Вы были на канале Secret Talk, и наш видеоролик подходит к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну а также можете написать свою оценочку в комментариях. И как вы считаете, хорошую ли я работу пойду или же не очень? Кстати, в скором времени сниму вам влог с моей работы. Так что ждите. Ну а на этом сегодня все. С вами была я, Силия. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике.